Начинаем колдовать. Завтрак качка вы уже видали. Сейчас сделаем завтрак. Осенний завтрак пожилого качка. Помните, когда я начал все это делать? Это прошло примерно дней 10 назад. Пшеница проросла вот до такой вот степени. Отличная степень. Прорастает она потихонечку, то что надо. То есть дней 10 прошло, не менее. Витаминов, биологически активных веществ, фактор роста на пике. А то там про какое-то ВРДО говорят. Кто такой? Что такое? Не знаю. Творожка. Возьму творожка. Здесь 200 грамм. Мы возьмем полпачки. Полпачки. Опля. Есть. Между нами люблю ножи. Ножи настоящие. Прежде всего ценю не красоту, а функциональность. Чтобы лезвие была настоящая сталь, острая. Долго держала остроту, была удобна, а потом уже все остальное. Так, это сюда. Далее, что мне надо сделать? Вот это нечто новенькое. Это корень имбиря. Ой, какой запах! Для того, чтобы пищеварение было хорошим, чтобы там все продензенцировалось. Имбирька. Так, с имбирьком надо знать меру. Меру. И поэтому я сначала положу вот столько и попробую, насколько это получилось нормально, потому что вот этого может быть много. Так, это так. Гранаты, отличная вещь. Кстати, начинаем гнать паразитов. Пора. Осень, пора размножения паразитов. Так, теперь мед. 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 Чайную ложку. Опа. Мед великолепен. Много не надо. Пускай стечет. Так. Хотелось бы еще зелени. И вот я как раз купил салат свежий, много лустовой. Так,
возьму и вот так вот срежу. Это потом используем. Есть. Слегка полоснем. Есть. Зеленая часть есть. Проросшее зерно, основа есть. Имбирь есть. Творог есть. Салат есть. Теперь остается активия, кисломолочная, и все. Кисломолочная надо для того, чтобы все соединить. Кстати, если у вас начинают появляться сопли от кисломолочного, значит, сократить его прием примерно через день, а то через два дня. Вот такое вот надо делать. Мотор от винта. Что там такое было? А, скорее всего, вот это вот так рубалось. То есть вот эту штучку, имбирь, надо было порезать медленно. На маленькие кусочки. Так, смотрим, что там такое случилось. Да ё-моё! Ё-моё! Забыл ложку! Кошмар! Внимательно надо быть. Офигеть. Офигеть. Имбиря достаточно.
можно было бы чуть побольше. Две одинаковые ложки. Вот что стало с нее. Ё-моё. Могло все тут разбить. Вот наша беда. Хорошо, что не разбила. Сразу чувствуется, что завтрак пожилого качка. У пожилого качка уже с памятью не все. Ну все нормально. Хорошо, что вещь сделана так, как надо. Ничего не повредилось. Ножи. За малым чуть не пере это. Не порубали. Серебряную ложку. Хорошо, что она мягкая ложка. Я оставил для того, чтобы мед стекал. Нету сколько стекло, столько надо было им вынуть.
Бывает. Бывает. И на старуху бывает проруха. Сейчас начнем рихтовать ложку. Зазубренные. Ух, крутило. Так что будьте внимательны. Хорошо, что это серебро, мягкое серебро. И оно как-то... как-то обволокло ножи. Пропеллер. Теперь это будет моя меченая ложка. Было две. Вот такие. Еще раз, будьте внимательны, что вы делаете, чтобы не было такого, как у меня. Ну ладно, тем не менее, завтрак состоялся. Завтрак пожилого склеротического качка закончился. Еще разок просматриваю, все цело. Да. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик,
и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!